творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Кушаем. Мы такой ужин, как в Париже. Может, туда ближе как-то подвинуть. Ресторан La Cafe de Beauty, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Ну, какую вы хотите тему обсудить? Ну, как говорит Светлана Ермакова, задавайте неприличные вопросы. Ну, давайте с вами обсудим тему. Я жила 4 года в Америке. Очень такая интересная тема. Кстати, Коннектикут. Там, знаете, вот очень интересно. Принято, даже если, например, чек один, принято жить в большом доме. Это я по нашей вот этой улице поняла. У нас, знаете, такая улица была. Так смотришь там, знаете, ну, точно не могу сказать, ну, в общем, так, большинство. Огромная территория, большие дома, и люди живут, ну, если человек, например, не замужем, не женат, вот, то они предпочитают жить в доме отдельно. Вот. То есть смотришь, человек один, а живет в огромном доме, ну, не знаю, да. Ну, как у Перри, там 15 комнат. Я статистику не знаю, я могу только вот, как говорится, опираясь на факты, так что вот, просто с удивлением я обнаружила, что когда вот Перри со мной решил развестись, я уже сюда, в Россию уехала, вот, он потом приобрел соседний дом напротив, для своей мамы. Отец у него чуть-чуть раньше там умер, так что вот. И когда его мама осталась одна, она, как бы, наверное, не захотела там уезжать в теплый штат. В общем, ну, когда вот она осталась одна,
очень удивительным образом он не пригласил ее, знаете, вот в этот огромный дом, 15 комнат. А они решили приобрести дом отдельно, тоже, ну, меньшей площади, но отдельно. Вот. То есть такая интересная ситуация, понимаете, вот это вот. Чтобы проживать отдельно, не просто там комнаты, там несколько комнат, а вообще огромные пространства. Для чего они это делают? Знаете, вот как, знаете, вот тоже казалось бы. Просто, знаете, как говорят, личное пространство. Когда у тебя свое жилье, личное пространство. Если человек, например, творческий, да, ну мы с вами так это на скидку берем, человек творческий, он там в какое-то время ложится спать, он, может быть, он как там это, рано ложится спать, может быть, он поздно ложится спать, у него, знаете, там творчество там что-то там делает, творчеством занимается, вот. Если живет отдельно, сам себе хозяин, когда хочешь, лег спать. Тишина, никто не беспокоит, правильно? Вот в этой квартире, в той комнате, без балкона, сколько там, с 2009 года, со второй половины, в той комнате жил Юрий Анатольевич, отец Юрий Анатольевич. Я здесь вот в этой комнате жила. А то сейчас у меня, знаете, здесь такой, знаете, здесь у меня такой вот это вот, по типу венецианский стиль. А так здесь, в общем, эти двери были, здесь, ну, как говорится, что тут, двери, постоянно двери были закрыты, дверь закрыта, так что вот. Так что, конечно, преимущество жить в отдельной квартире, они, конечно, налицо. И там Пэри, наверное, тоже думал, он вот так вот там работает, там пришел с работы, там покушал, спать лег. А так, если бы... Знаете, вот пришел, наверное, с работы, а там бы, наверное, вот мама там с какими-то вопросами там или еще что-нибудь. Несмотря на такое количество площади, все-таки отдельное жилье, ну, отдельное жилье. В Америке вообще принято
знаете, там, после как там, после какого-то там 17, 18, уже как бы отдельно жить. Отдельно своей жизнью, там, знаете, как-то вот даже по американским фильмам так вот смотришь. Другое дело, что в Америке, вы знаете, эти многие дома взяты, знаете, огромные дома, но взяты, так скажем, ну как и здесь сейчас принято, ипотека, знаете, вот эта вот ипотека, но там, правда, хороший процент в Америке. Но все равно. Как Перри говорил, здесь еще огромное количество денег за этот дом на Кенмур-роуд нужно платить, а у Билли уже почти там выплачен, хоть и небольшого объема. Поэтому Светлана Ермакова в своих видео и говорит, что, в общем, устроились они с мужем где-то в Сибирь, не Сибирь, как там называют, в этой в деревне, участок. А, у них квартира была, они решили дом, чтобы у них дом был, потом еще один на этом участке построили дом. Вот. И редко, знаете, наслаждаются, как говорится, своим участком, вот она ходит гулять, к лесу там, к озеру. А так пишет методики, вот, живет в свое удовольствие и не позволяет другим портить себе настроение. Я так понимаю, в гости она редко или вообще не ездит. Ну и к себе тоже особо гостей она не приглашает. Ну, как там, очень отзывается хорошо. Да, конечно, это окно в мир, понимаете, интернет, какие сейчас возможности интернет дает. Вот. Что-то у нас сегодня ни одного самолета, они куда-то, знаете, я подумала, что это уже такая здесь у них это время, они должны лететь, ни одного самолета сегодня нету. Вот. Пишет методики, книги, когда ей надо отдыхать. Там очень огромное количество видео. У нее своя система есть, как она отдыхает. Понимаете, если она там пишет тут книгу, методику, после этого она очень, она как бы отдыхает, у нее своя система. Вот.
Я так понимаю, что вот она так вот написала методику, а если там потом какие-то вопросы, она как бы не, как говорится, как там, если что-то куда-то там ехать или идти, или какие-то гости, или там еще что-то. То есть у нее система такая, то, в общем, как она, если надо написать, она это делает, потом она отдыхает. Вот. Она не как многие люди, они думают, а, ну вот это надо, и то надо, а как же вот это пригласили в гости, а это вот это придут, знаете, как-то вот, как там, по вот этому наступать на свое я, и, в общем, там еще что-то там делать. То есть она, как там, в общем, отдыхает до того, в принципе, ну вот, определенная усталость, и она отдыхает. А всех, как говорится, то, кто ей может помешать, она ему объясняет, что мешать не надо. Так что вот. С кем она хочет, она общается. С кем не хочет, она не общается. Зачем портить ей настроение? То есть я вот так поняла. Я там тоже загружаю на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмана, через дефис Махтумсаев, один через дефис, эти ее ролики с ее канала YouTube, так что вы тоже можете посмотреть. Вот. Так что вот, вот такие вот дела. Шикарный, шикарный White Nights. Шикарный White Nights. Что у нас сегодня? 11 число сегодня. Июнь, 11 число. 22.45. 22.45. Видите, как светло. Немножко такие облачка. Вообще White Nights. Шикарнейшая погода. В общем, гуляю. У меня открыт балкон. Вообще гуляю. Наслаждаюсь вообще воздухом, свежим воздухом, теплым вечером с собой. Покушала, приготовила себе. Там я загрузила видео, которое я уже загружала на мой канал YouTube. Думаю, ладно, еще раз загружу это видео. Вот. Вот такие вот дела. Сейчас здесь включу свет, здесь у меня выключен свет, хотя я люблю, чтобы свет горел, но тут думаю, ладно, сейчас я выключу, здесь тут было так это на улице, достаточно светло. Видео. Это мой канал YouTube, обратите внимание, мой канал YouTube, видео загрузилось. Вот. Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактумсаев.